Матч с Вовой. Так, пешку надо не зевнуть. Е3, да? Е3, Д3, С3. Вова думает, что происходит вообще? Зачем он так играет? Ну, Вова знает, что камбэк записывается, это уже давно понятно. Слон b2. Слон b2 играть не надо, на конь c2 как-то поплотнее чуть-чуть, да? Чтобы слон b3 там не было вариантов. Сейчас конь d2, слон b2, кстати, может игру неплохо расставить. Хотя бы относительно неплохо. Знаешь, самое интересное, во всех партиях мы страдаем. Но всех партиях вообще-то Вова страдает, а потом мы зеваем. Так что все не так. Так, ну слон b2. Пешка уже слишком много нападений. Вова хочет рокировку. Еще f4 какой-то хочет. Почему Вове нравится Фишера? Не знаю. Дебюты не учат. Опять какой-то шлак белых. Слон на 3. Да f4 играть. Ну так это ж не угроза. d3 повисни. Может самим e4. Ужасно коряво, но может быть придется. Смотри, как мы все заперли у себя прям. Ладно. Живем пока зато. Не знаю, насколько долго мы тут живем, если честно, в такой ужасной позиции. Конь на d4 сейчас подтянется. Да, ну зато камбэк в чистом виде опять. В предыдущей партии в одной одинаковой позиции была ужасающая, что тут. Так, завис он уже 3. Нападает. Не, ну в белом ходить практически нечем, если честно. Так. Так. Да, надо менять этого парня срочно. Все равно менять, наверное. Даже с этой изменением структуры невыгодно. Я тут стратегически безнадежно, конечно. Может Я быть, G4? вообще игры не вижу. G4. Слон e5 хочет пойти, понимаешь, в чем дело? Хо-хо-хо. Да. Не знаю, по-моему, безнадежно. Ну да. Не, ну тут с такими фигурами вообще никаких шансов. Надо выбивать. Ну, нет, тут вообще. Вообще без вариантов. Ты все-таки не зываешь, это не 1800 на планете, а все-таки человек нормально играет. Боремся. Нет, не боремся. Это, кстати, ответ вот на... Ты помнишь, у тебя был скепсис насчет того, что можно против кого угодно играть камбэк? Я думаю, по этим партиям достаточно уже заметно, что против так кого... Он же не создал никаких угроз. Ну, это нам уже мат, все. Ну, конь А3. d3 грозило. Ну, это не страшно, конь А3. Нет, тут мат абсолютно безнадежно. Даже играть, даже обсуждать нечего, если честно. Посмотри на наши фигуры. Ну, такие не очень, согласен. Нет, он пойдет слон e5. Зевнет пешку. Это не зевок, что было запланировано. Сейчас тут полная раздача будет уже. Как пристает. Ужасная позиция, не хочу ее играть. Надеюсь, он побьет на c4, и мучение закончится. Ну или так, тоже неплохо. Че, у нас все без слона получилось? Слон b3 без ферзя. Да, Вова, сильный. Да не, ну, видишь, в этой партии, видимо, совсем. Тут, видимо, просто безнадежно. Дебют сказывается. Погоди, надо с ним обычные шахматы, да? Да, хватит Фишера.